Первенство России по вольной и греко-римской борьбе среди глухих спортсменов прошло в ТМК «Грин» в Орле. Впервые такие старты состоялись в нашем регионе в прошлом году. Сейчас это уже четвертый по счету состязание, которое собрали более 50 бойцов из 15 регионов России. За время развития этого вида спорта наши спортсмены достигли больших результатов. Пронин Дмитрий, заслуженный мастер спорта, призер Сурдлимпийских игр, чемпион Европы. Колганов Илья, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата мира, победитель первенства мира. Курюкин Максим, мастер спорта, победитель первенства мира. Платов Артем, победитель первенства мира. Амельяненко Владимир, бронзовый призер первенства Европы. А также очень много спортсменов, которые добивались хороших результатов на первенстве России. Победители и призеры чемпионатов и первенств России. Борьба проводится с помощью различных приемов, которые применяются не ниже пояса. Главная цель поединка – прижать противника спиной к ковру. В Орле эти правила хорошо знакомы 35 воспитанникам. На сегодняшний день мы работаем над тем, чтобы количество таких ребят, конечно же, увеличивалось. Вот. Безусловно, мы поддерживаем это направление и делаем все для того, чтобы они себя чувствовали на равных. Сегодня здесь присутствует практически элита со всей страны. Сюда съехались лучшие, и мы тоже ждем от наших ребят, конечно же, награды.